Гаситель колебаний. Черт! А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение.
Закончим. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. У нас есть все типы протезов, какие только бывают. Наш первый доброволец, капрал Тексидор, потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Сколько пожаров здесь уже было, Отто? 3? 4? Это признак того, что работа движется. Из пепла неудач рождаются великие открытия. Оптимизм доктора Октавиуса непоколебим, как всегда. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ой, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. Ой, этот парень гений. В том числе и по части опоздания. Уже 10 минут. Где он ходит? Он же не мог забыть про визит комиссии. Простите, что подвел вас, док. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль – залог великих успехов. Знаешь, когда мы готовились к предстоящей примерке, я услышал шепоток в голове. Неужели это и правда лучший протез конечности? Это глупо, но я все думаю, вдруг есть вариант получше. Над чем док работал с этим? Прекрасно. Похоже, еще один возможный материал для протеза.
О, ВПС гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся. Человек-паук, это Юрий. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джейм, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать в «Только факты» с Джейм, Джоном и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь! Я расскажу вам кое-что о криминальной посох. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно? Ошибаетесь. Он телезвезда. И для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита... Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку. Входные частоты смещены. Изящно. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь.
прикрывай. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Твой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну, потише, леди. Не трогайте меня! На помощь! Помогите! Отстань от нее! Уходи, или она умрет! Отпусти! Уходи, или она умрет! Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела. Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель — вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Шеф никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления.
Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Меню с нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Ты еще там? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайнатауне. Ты не хотел сказать, Коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А Коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня Коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юрий. Память о Копе-пауке безвременно... Юрий? Юрий, ты тут? Наверное, не выдержал эмоциональности момента. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Вовсе нет, Питер. Они просто боятся величия нашего грядущего триумфа. Они успокоятся, вот увидишь. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Сообщила наркосделке. Нужны машины в нижнем ист-сайде. Раненое плечо в итоге зажило. Счет пришлось оплачивать дольше.
сварили, а какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? Дурачимся. Я не хотел ничего покупать. Привет, парни. А у вас рецепты на это имеются? Я тебя всем разорую. Перчатки сброшены. Готовься звать мамочку на помощь. Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я запутался. Полиция уже едет, значит и мне... Костюм поможет мне понять, куда могли отправиться похитители. Кажется, Док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследование Дока и перепроверить его работу. Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Так, теперь настроим силу хватки протеза. Так-то лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не... Интересно. Вычисление Дока по системе пространственного отображения. Круто.
Руки теперь будут настроить гироскоп руки на автоориентирование. Готово. Это поможет. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Отлично. Так более рационально и безопасно. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Мы больше не будем выполнять распоряжение комиссии, мы пойдем. Удивительно, как быстро совершенствуется протез. А в первом прототипе у нас были детали от старой микроволновки. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Мы больше не будем выполнять распоряжение комиссии, мы пойдем своим путем. Паркер! Доктор Октавиус! Я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел...
Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Должно сработать. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Подозреваемый уходит на машине. Нужно подкрепление. Нужно подкрепление в швейный квартал. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя, хотя я и не понимаю почему, вспомнят. Я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью.
Так вот она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет. Потому что эти некомпетентные бюрократы построили сеть, которая падает чаще, чем алкаш, идущий домой. Вот как они тратят ваши налоги. И никаких результатов. Это еще не самое худшее развитие событий в нашем мире. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Уже может сработать. Шикарно! Доку понравится! Не верю, что Человек-паук победил. Ничего еще не закончено. Нет, я знаю. Но помню, когда был с хулиганом, босс регулярно разделывал его подарение. Я думал, босс его тогда и убил. Это Человек-паук! Может, и убил. Лени говорит, что Человеков-пауков много. Прикуси язык. Не хватало только Человеков-пауков. Ради этого я учился. Барабаньки! Вот здесь! Включаем. Сейчас, еще парни! Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Thank you.
кажется, они позвали друзей. За них! Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то... Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Даже не думай сделать это со мной. Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Добровольно. Нет? Чисто! Ты бой! Сейчас ты заткнешься навсегда! Я готов! Прошливый сопля! Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Ему повезло.
ты наконец решил хвататься? Вот от тебя уже тошнит. Меня тоже. Тебе подарочек! Сегодня явно не твой день. Береги! Вот тебе! Он заходит с тыла! Ему повезло. Еще, парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Пускай соединись, как мужчина! Я научу тебя уважать. Это что?
Задайте ему! Хвати! Сам напросил! Привет еще, парни! А у нас вечеринка! Обувь снимайте в коридоре! Если не носите носков, то купите уже носки и носите! Парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное.
Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Комиссию по грантам. Главное, чтобы завтра подгонка снаряжения с таксидором прошла успешно. Здорово, док. Мы снова в деле. Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Пытался создать прототип паутины в Аскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Прошу прощения, док. Так значит, вам удалось убедить комиссию по грантам? Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгон? Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. О, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? А, парни! Налоги можно и по-другому не платить! Прошу прощения, док. Так значит, вам удалось убедить комиссию по грантам? Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Обязательно. Все пройдет хорошо. Мы изменим мир, док. Я согласен и просто на отсутствие возгорания. Увидимся завтра, Питер. Нас ждет важный день.
Произошла авария. Гражданский. Мистер Ли? Питер, у нас все готово. Ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Я бросил сумку. Внимание, ограбление. Подозреваемые вооружены. У нас вызов из японского квартала. Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Эй, Пит, рад тебя видеть. И я. Привет, Питер. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чокнутая. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не-не. Я не потяну. Вы уж тут сами. Привет, Питер. Как оно? Да так, зашел. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. А... Питер. В чем дело? Ну давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром? О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Привет, Пит. Твоя тетя в другом конце здания. Могу залатать эти ботинки. Еще послужат. Питер, да?
Твоя тетя показывала твои детские фотографии. Я Глория, новенькая тут. Человек-паук привел меня сюда. Да, в смысле, здорово. Тебе понравилось? Они хорошие люди. Я тут задержусь. Ненадолго. Ну, если я могу как-то помочь, просто скажи. А моя собака? Я не против. Но всегда на поводке и никаких псов на кухне. Конечно. Это так здорово. Вы просто чудо. Спасибо огромное. Голосовое от Юри. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Эй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Внимание! Только что произошло ограбление. Всем машинам выезжайте в центральный парк. Внимание всем постам, сделка наркодилеров. Всем машинам у Файрхауса, у нас вызов. Вас скорб не слаб. Они хотят, чтобы я работала круглосуточно. А как насчет премии и бонусы? Ничего. Вы не представляете, как я счастлива. Я победил этого борца, когда обрел свои силы. У меня до этого ни разу не было столько. Надо.
Юри сказала тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Всем постам! Вооруженное ограбление! Я теряю терпение! Где эта папка? Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Надо подцепить его сверху. Осторожно. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Янджин Дендаден, Йокайло. Эй, а что это? Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Эй, Пит! МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Простите? Я Мэри Джейн Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите.
Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю, может, того экспрессиониста? Знаете что, я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Симкария. Что-то было в новостях? Иногда мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжений между двумя фигурами. Скажите, как будете готовы? Хорошо. Как же Фиск это называл? Ванесса? Освещала преступные тайны. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Неплохо. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно... Черт, подождите здесь. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого готово. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно, идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь.
Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Тихо. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, господи. Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нио там, за ними, но выглядит по-другому. Она точно с Фиском заодно. Он что-то держит. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Хм. Может, части можно двигать? В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз. Вот! Почти! Но чего-то не хватает. Я их уже видела. Нет, не так. Подходит, но это не то. Он что-то держит в руке. Но что это? Вот так. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за Что там? Извините, сэр, вам нельзя... Плохо. Где эта статуя? Там, вон там. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план.
Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Да, хорошо, конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. А, барабаньки. Так, Пит, я спряталась. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Не 下去. Выключаем. Лучше помолчать. Вот так. Так, тут чисто. Соберись, Пит. Эй, я это помню. Как же Фиск это называл? Ну вот и все. Не отпустите! Энджей! Стой! Нет. Прячься! Давай! Брать заложников нехорошо, ребята! Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками! С духами как-то дрался, но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки — духи, но не все духи — призраки, понимаете?
Разминочка. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. У Мика? Что, 6 месяцев не было? С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия, но я рад, что он еще готовит фри. Точно, лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну, в общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось, как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так, жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что в Оскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Да, верно, но что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги, или ключи, или клубничный бальзам. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Спасённый сиреной. Поговорим потом. Иди. Рад видеть вас снова вместе. Вы двое мне всегда нравились. Привет, это я! Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже. Он не исправился. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер.